В регулярном матче НБА Milwaukee Bucks встретились на домашней площадке с Houston Rockets и победили со счетом 108-94. Эрик Бледсо заработал 23 очка, из которых 16 в решающей третьей четверти, а Янис Антетокумбо 19 очков и 14 подборов. У хьюстонцев отличился Джеймс Харден, заработавший 23 очка, и Крис Пол, подаривший команде 19 очков. Это только третье поражение ракет в 17 играх. Milwaukee Bucks поставили рекорд НБА по соотношению побед к поражениям – 59 к 19. В параллельном матче Charlotte Hornets одержали верх над San Antonio Spurs со счетом 125-116. Это четвертая победа подряд для команды из Северной Каролины. Кемба Уокер заработал 38 очков, 11 из которых в овертайме. Это первая победа в этом сезоне, одержанная Charlotte Hornets в дополнительное время. Проигравшие Сан-Антонио Спёрс все-таки пробились в плей-офф, одержав в сезоне 43 победы и потерпев 32 поражения.